еще зеленее и чище. В Чебоксарах началась традиционная экологическая акция. В городе создадут 15 новых и реконструируют 6 существующих зеленых зон. Профессиональная организация, которая выиграла аукцион, высадит 300 деревьев, 1500 кустарников и установит защитное ограждение. Помимо этого, в субботу, 21 сентября, Чебоксары поддержат всероссийскую акцию «Зеленая Россия». В ходе мероприятия планируется провести работы по ликвидации захламленных участков в объеме 2600 кубических метров, а также провести работы по посадке зеленых насаждений. Акции пройдут у нас на трех площадках города. Это первая площадка — Баумский лес, Кадетский сквер, роща Гузовского и родник Хиверский. Все участники экологической акции будут обеспечены мешками, перчатками. Собранный мусор будет вывезен на объект размещения отходов специализированной организации.